Доброе утро, моя птица. Доброе утро, моя кряк-кряк птица. Ты мой сладкий дятел? Ты мой сладенький дятел? Ну давай. Бегут. Бегут всякие котики. Пойдешь ко мне? Пойдешь? Пойдешь, мой сладкий? Пойдешь? Ну пойдем. Пойдем, а то сейчас коты придут. Так вот, мой хороший. Вот так, мой хороший. Что такое? Что такое, малютик? Лютик? Лютик. Пубау. Мы с тобой мышкой конфетку отнесем. Мышкам конфетку отнесем. А потом Лёлику я вчера фруктиков купила. Будешь свежие фруктики? Яблочко будешь? Яблочко? Сейчас возьмем Лёлику яблочко, а мышку конфетки. Мышкам конфетки. А Лёлику яблочко, да? Моя птица. На плечико пойдешь? На плечико пойдешь? У меня мокрое лицо. Где моя жопонька? Где моя жопонька? Там рассвет. А мышкам печеньки. Где мои мышеньки? Мышеньки печеньку хотят. Мышеньки печеньку будут? Мышня. А где еще мышеньки? О, Лёленька, яблочки. А, Лёленька, вкусная яблочко вчера купила. Давайте-ка. Кушай. Я вам заодно рассвет покажу. Сверху. Доброе утро, солнышко. Мои птиченьки, яблочко. Доброе утро. Рассвет, рассвет. Сейчас рыбку засолю. Через часик после кофе можно будет позавтракать. Решила рыбку засолить. И взять пару листиков. Будет у меня первая готовка. С моими... С моей лаврушечкой. Солнышко. Она сегодня будет кофе на балконе. Брат несет еду, а Танюха разговаривает с мужем и показывает его красоту. Ему нравится. Рассказывает про кофе. В
мама. Он их обычно водит туда. Мы тут смотрим на коров. Он обычно их водит там, где у нас будет шашлык сегодня. В резорт нас. А что-то коровы никто гулять не идут. А брат пошел гулять. От коров подальше. Кофе кончился. Танюха пошла домой. Вот такие у нас красивые виды. А я, короче, занялась тем, что в бутылке пересыпаю дворовых кошат для корм. Так удобнее. Ко мне тут бабочка помогать прилетела. Ой, хотела, чтобы она крылья открыла, вам показала. Красиво. Ну да ладно. Я продолжаю пересыпать котикам еду. Пыталась всякие эти воронки соорудить, но что-то не получается с воронками. Так получается быстрее. Решила, что руки потом помою. Ничего страшного, можно и руками. А у меня тут бабочки летают. Красивые. Зелененькое все. Красивенькое. Это корм для дворовых котов. Мы покупаем большие мешки и подкармливаем деревенских котиков. Просто огромные мешки, они дешевле. Вот. Но если так вот бросить, то оно все оцареет и быренько испортится. Поэтому я запихиваю корм в бутылки. И будем потихонечку сами кормить. И вот брату туда относить. Потому что к нам сюда все не доходят. Обычно все там. Пусть там и кушают. Что? У нас тут птички. Вот. Для котиков. Для дворовых. А наши едят рояль-канин. Не халам-балам. С пуримочкой. Там со всякой. Вот. Я намыла посуду, засолила себе рыбку и решила позавтракать. Ну, сейчас я еще разберусь. Посуду помыла. Котам вон эту штуку разложила. Бутылки повыкидывала. Сейчас потихонечку все разгребем. Вот так у меня будет бутербродик. Не знаю, сейчас попробую. Лай говорит, немного ты себе рыбу нафигачила. Могу сверху еще одним куском хлеба с маслом закрыть, и будет нормуль. Сейчас попробую. Нормуль. Мне кажется, самое оно. Оно только свежее, засоленое. С перчиком. Вкусненько. Немного. Ко мне пришел маленький птенец. Да. Да. Вот. И пошел туда. То малыш. Ой, у него на голове что-то коричневенькое. Нет,
Бабай. Иди. Руки. Запах есть. Может, не нравится? Иди. Ай, папа, ай, папа. Бля. Иди, Клай, иди. Аба. Давай. Давай. Чикан. Чик с мяуком. Кто у тебя пох? Кто у тебя полена? Хен-хен. Ты тут пришел яблочко кушать. Вкусненькое вчерашнее яблочко. На тебе, малыша. Кто у нас тут? Кто у нас? Липтон кушать хочет? Или гулять? Мышку хочешь? Дружить надо. Ой, чокла. Там путлами. К маме, домой. Домой, домой. Домой, домой. Иди домой. Иди домой. Голодные мыши. Драгонфрутик тоже кушает. Будем? Значит, как за палец, так тяг. А как фруктики, так облизывать все. Кусай. Мышкам вкусно. Мы скоро поедем уже, поэтому вот тут обнимашки с Лёликом. Ай, больно же, засранец. Вот. Неудобно, ну, неудобно, чтобы вам показывать, надо вот так камеру держать. Вот, так что у Лёлика вкусняшки, обнимашки и какашки. Лёлика какашка. Сижу, собираю с собой вещи, камеру возьму, дрон хочу взять с собой, может, полетаем. И, короче, нашла красивых денег, возьму с собой тоже на розыгрыши. Пускай выигрывают. Сейчас придумаем всяких конкурсов, будем устраивать. Так что красивенькие, вот. Хорошо, что я их нашла. Так что продолжаю собирать лайв-души, и мы чухаем туда, и там будет уже дальше. Продолжение будет там. Где мой пакет? Сейчас я спущусь, и ты возьмешь свой пакет. Мы собрались. Видите, я тут обвешана с сумками. У меня и дрон. И камера. И штатив на телефон. Телефон вроде не забыла. Улай там всякие доски, шмошки и так далее, и тому подобное. Ножи она взяла. Вот еще остатки корма несу котам деревенским. Че, тепленько тебе? Очень у нас тепленько. Очень. Да. Хлебушек вот тут курочкам. Уже время-то 12, да, уже, Лай?
12, и уже там все активно собираются. Режут всякие овощи, говорят, маринуют мяски. Уже, говорят, привезли даже столы, и все в активном процессе. Напомню, что у нас сегодня пришла такая, вернее, как у нас не так давно пришла, и сегодня мы решили устроить, пришла идея в смысле, семейные посиделки, пати-пати, у нас же Танюха в гостях, вот, скоро уезжает, надо, короче, ну и семье тоже, и всем, и вот, и будут у нас всякие, ну мы так периодически делаем, нам прикольно. Сейчас буду курей хлебушком подкармливать. Че? Фатукай. На, петух. Хлеб будешь есть? Пойдемте, остальных покормлю. Маленький, смотрите, какой большой кусок он урвал. Ой, мне казалось, где-то еще какие-то есть тут птицы, но что-то никого вроде нет. Так что ешьте вы. Меня тут кто-то уже ждет. Разбойники меня встречают. Есть будете, разбойник? Идите. Или вы кормленные? Все, приятного аппетита. Лай говорит, пойдем. Иду, иду. Никитосик уже погрузил или кто-то тут. Для наших игрищ всевозможные необходимые штуки. Тан-тан-тан-тан. Ну так вот, у нас семейная вечеринка, но с друзьями. Будут они у нас взрывать шарики и за это получать подарки. И все радоваться, веселиться и вкусно кушать. А сейчас мы поедем и будем потихонечку все приготавливать. Сегодня у нас, кстати, будут новые люди, кто еще в таком не участвовал, потому что наша семья уже имела удовольствие поиграть вместе с нами. Я это снимала, кстати, на видео есть в одной из предыдущих серий. А вот. А другие родственники и друзья еще не видели этого, поэтому будет много новых и веселых моментов. О, надо было, Танюха, мне использовать твои 3 недели, чтобы ты меня водить учила. Не-не, мне именно парковаться налево, направо. Так-то я могу, что я его насвоила даже 4 колеса. То, что можно сделать методом тыка, я могу. Что мне сделать? Ну, потом помещу. Сейчас все потихонечку разносим. Девчонки таскают. Помощник, смотрите, какой помощник. Лай будет сейчас готовить
потом ямники, да понес компрессор, будет надувать шарики. Нам привезли вот арендованные столы и стулья, а шатра не привезли. Ну и ладно. Что есть? Это наша штука для того, чтобы туда засунуть шарики и потом в них кидать дротики. Нет. Сейчас тебя сын научит, у него есть уже опыт в этом деле. Да, Никитосик? Или дротики кидать. Ну, я думаю, что и в том, и в том. Жарковато сегодня. Это вот мамина сестра, вон та толстая тетя. Вон та. Ну, туянт это просто называют, как, у них толстые, это хорошо, у них нету такого, что толстые это обзывательство, они сами себе погоняло отдают, нет, что типа толстые это хорошо, вот это, короче, да. А это ее внучка, а вон то Мали, это наша... А, внучка, я подумала, дочь. Слушай, мы вот... Нет, мне не сказали дочь. Нет, она дочка другой тетки, та, которая дочка вон той тетки. Вот она спрашивает, где мамаша, она говорит, еще в процессе. Вот тут у нас костер разжигают. Улиточек этих, как окунов, как креветочек покажу. Два вида креветок. С большой головой и без большой головы. Они стоят одинаково или нет? Вот. Вот эти креветки стоят 200 тысяч за килограмм, эти 100 тысяч, 180 тысяч за килограмм. А это будут лаосские барбекюшечки. Выглядит как русские. А вот, оно так нанизываться будет, там и овощи, и мяско вместе. Вот. Так что вот такие пироги. Да, бокс нет. А здесь вот doing. Готовимся. Подарочки наши. Танюха вон написала номера. Лай нашла где-то бокс. Лай, а где бокс? Там кидают по 3 штуки. А можно лопнуть и ничего не выиграть. Всячески тут все готовятся. Папа вон даже никуда не пошел. Тут всячески готовят. А я обещала показать, как креветки будут куны эти делать. Видите, у них оставляют голову, но убирают какашки отсюда. Вот. Если вы видите красные креветки, то значит они уже вареные. Креветки не могут быть красными, сырыми. Все, что у нас продается красное, это уже вареные креветки. А где будем Никитины шашлыки жарить? Тут тоже. Ага. Они хотели вот тут развести костерчик и жарить все, но цемент начал взрываться, и Лай переносит костер. Сюда.
Еще раз. Розовый фламинго. Никитосик надувает розового фламинго. Папу отправили за углем. Никита накачал уток. И фламинго. А розовый фламинго. Лай нанизывает уже шашлычки. Мы ждем в первую очередь Мали с шампурами. Она привезет, и Никита будет уже тоже мясо нанизывать. Папа вот принес уголь, привез, купил. Разжигает костровище побольше для шашлычков наших. Коровы пришли. К машинке, к моей. У Никитоса мышь. Ну не мышь, ладно, белка летяга, такая же, как у нас, зовут его Сыч. Скоро будет братик, акробатик. И мы пока нету братика. Коровы, коровы. Не наши коровы. Ла, это нота стукает, это тумо. А? Папины? Папины, говорят. Мы же к папе пришли. Папа, когда корову потерял, плакал. Наверное, не помню. Я решила, что картошку они не сварят, поэтому я решила сварить картошки, нарезать туда лука. Сейчас мы помажем это маслом оливковым, и будет вот такой с шашлыками. Давай попробуем вообще, как получилось. Там картошка и зелень, да? Да. Прикольно. Вот такой будет салат к шашлыкам. А это что, сметана, Никит? Да, она что-то у нас в этот раз не такая, больше как простокваша. Поэтому все, с маслом мы это делаем. Хорошая, мама. Ну, она вкусная, но что-то ее надо как кефиром залить. А что, и не видно будет, какая разница? Оно есть как кефирчик. Там же не видно будет, какая. Что будет вкуснее, то и делаем. Ну, давай нет. Возьмем две маленькие тарелочки, попробуем сделать так и так. Неси ее обратно. Мы нальем в тарелку, просто кто захочет, возьмет. А я хочу идет масло туда перемешать туда. Ребята дегустируют, чем лучше. Вот это да, вот с их кефиром. Сначала ты это попробуй. А? А? Это с маслом. Это реально окрошка получилась. Нет. Но я в любом случае, если будут спрашивать меня, я все равно люблю с чем-нибудь вот таким больше, чем с маслом. Но мне все равно. Да? Не знаю, к шашлыкам, ну. Один маленький попробуй, больше будешь. Вернулась Мали и дети. Несет шампура нам. Тоже принесла. Она в магазин ездила, поэтому так долго. И сетки купила. А я говорила. Ну, малышу очень нравится, да. Как прям дар речи потерял. На самом деле нам всем впадло пожаре идти с ним купаться, а он очень хочет. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Где чеснок вам лежит? Там, в этой коробке внизу, Никита. Шашлычки Никитоса. Можно проращивать, да?
Бынь-бынь-бынь. Он уже играется, Никитос. У него он такой бынь-бынь-бынь-бынь-бынь. Завел уже утку, пошел плавать. Я решила подойти к девчонкам. Шампура пока, ой, как его не поставили, потому что очень жаркие угли. Лай готовит соус для тумьяма, нет? Для сифуд? Для креветок соус. Для жареных. Да? Чё? Ты мне говоришь? Вот, ингредиенты для том-яма. Грибочки. Нарезанный лемонграсс и галаган. Маленький лук. Шалот, или как он там называется. Очищенные креветочки. Головы всегда оставляют, но чтобы в них очень много навара. Вообще сам бульон можно варить на головах, а потом их выкидывать, кто не ест. А вот так нанизываются шашлычки. Они пробуют соус. А приехала машина, я думаю, там приехали ребята, он выходит. А я вот поснимать, как тут у нас Никитосик готовит шашлыки. А что-то ему, по-моему, помогают. Тебе помогают? Или это не твое мясо? Нет, не твое мясо. Вон у него какая перчаточка модная. Здесь лаосские шашлычки. Но все как полагается. Алай жарит креветочки. А, пентасеф. Кем? Ну, кем и кем. Да. Да. Much. If you will be doing in Laimo, to will be off full. Смотри, just teach you. If you this doing. Хотя, хотя, just only last time lim. Wow. На, на, ни, на, ни, на, ни. Кто идет к нам? Кто идет? Привет. Гости прибыли. Пойдемте, я вас вон с Танюхой познакомлю. Вот там шашлыки делают. Пойдем, пойдем. А? Ну не знаю, вы так пошли вообще. Вы смотрите, мы все здесь, все свои. Ван Лай готовит креветочки, это Никита. Никиту вы знаете, знакомы, по-моему. Он там шашлычки жарят. Наверху вот туда можно, там Танюх сидит. Смотрят. Мы тут ходим, гуляем. Вот тут на плотике можно, ребят, покататься, только его отвязать надо. Тут купаться можно. Вот эти утки, вот это вот фламинго, это сюда все. Сейчас покушаем и будем купаться. Ну, в некоторых местах, да. Горячее. Все горячее на солнце. Помочи руку, может, она или будет так скользить. А, там же железка. Железо, да. Железное весло, оно очень горячее. Может, бумажка у тебя не нужная есть ему? Весло держать. Ну, палкой гребет. Ты не достанешь, там реально очень глубоко. Не, ну вот тут, вот где он стоит, там еще можно достать. Ты можешь от берега оттолкнуться.
просто помню, мы же приезжали сухо было. Ага, вода помнишь, была, да? И тут там еще была глубина. Тишина такая. Фоточку надо сделать. Это ты что там, танцуешь, тебя кусают? Мухи? Травка там у него щекочет, ему ножки. Это не мухи, Эрик, это травка. Мила настудил весло. И теперь с веслом. Классно, классно. Еще такой ветерок. Отлично у тебя получается. Вот свой каякинг, можно сказать. Лай бежит, 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 бежит. Она вспомнила, что у нее том-ям. А мы стоим, собственно, на месте, где будет ресторан. И думаем, где, что, как, куда и зачем и почему. Вместе с коровками. Тренировался уже нормально. Лай варит том-ям. Мы, конечно, там гуляли, и я пропустила весь процесс приготовления, но, по сути, вот головы сварили, пасту положили, грибочков засунули, травки покидали. Шайтан-майтан, готовься. Да. Сейчас, говорит, подожду, когда закипит, и все будет готово. У Никитоса тут шашлык. Машлык. Кстати, очень вкусный, я попробую. Вкусный? Хорошо. Ребят, хотите шашлыка попробуем? Да мы сейчас его все съедим, если каждый попробует. Эрик, попробуй. Скажешь нам, вкусно или нет? Накрывание на стол. После того, как суп закипел, добавляют креветочки. Ой, как много креветочек. Ты там одну забыла. Обидела креветочку. И смотрите, они, короче, сейчас покраснеют. Вареные креветки красные. Если красные, значит вареные. Лай говорит, надо сюда лимон выжимать. В одной кастрюле будет кисло, а в другом не кисло. На любой вкус. Да, кокосовое молочко и обычное молочко. Оно такое густое, почти сливки, как наши. Или как топленое, я не знаю. Вкусненько выглядит. А здесь все у нас будет в одном остро-остро и кисло для лаосцев, а в том будет для нас не очень остро. Чуть-чуть маслица. Нет, нет. Вот, ну, а мне. Ай, баня. Баня, 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 баня
Фаланг, Юсай. Юсай, фаланг, я сид. Юсай, фаланг. Мепи, аутсайд. Аутсайд, окей. Боб, хокап. Накрываем на стол. Папа гоняет мух. Идите фоткаться сначала, потом все остальное, говорит Лай. Лай готовит всех к фотографиям. Милан уже хомякает вовсю. Скажи, надо мешать все. И то с другим. Танюш, садись. Да. Конечно. И мне. Да, это турники. А, да? Можно? Конечно. Там. Что можно? Турники. Гунген. Кому положить еще? Я вижу, что Лай вкусно готовит, мам. Тумьямная. Все с картошкой. Я хочу засвидетельствовать, что у Лай очень-очень вкусный том-ям. И сегодня он получился тоже вкусный. Она подтвердит. Вкусный? Не могу останавливаться. И Никитос тоже заценил. Мы все заценили. Да, и реально вкусно. Том-ям вкусненький. У нас он такой, а у них более кислый и больше перца туда накидали. То есть у нас специально не очень острый том-ям. У нас разный. Да. Хочешь попробовать? Иди попробуй. Ребята взяли уточек и фламинго и будут сейчас купаться. Милан поехал за пловом. О, пловом. За плотом. За пловом. Спасает плот. Плов опять хотела сказать. Чё, Кила, Пайлинбо? Не жарко тебе? Очень мульт пайгов.
Кіла, бо як би пай нам Нікіта? Гриби? Хайнян, 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 як мама, пинян хай. Бо я клін, окей, бо аутупет. Ма? Пайзай. А не хай, ну не пай. А что вы пытаетесь сделать? Вам весло дать? Да дали уже весло, Милан. А ты зачем пошел? Не будешь с ними плавать? Ну, им много. А, они говорят, что им много? А то вместе хорошо, мне кажется. Мы плавали здесь, Слай. Обычно он круто. О, у меня дрон, кстати, есть. Да я ж не купаюсь в таком. А чего ты будешь? А. Отлично просто плавает. Все купаются, все радуются, это хорошо. Я подумала, может быть, дрон запустить, и вон там вот просто и желтое, и это фламинго такие яркие. Что будет интересно потом это как-нибудь вставить в видосик. Ну, я еще подумаю. А запускать дрон или нет. Ну, вообще, и так очень все красивенько и классненько.